Сяо-сяо, заполняешь дневник? Нет. А чего тогда прячешь? Раз Юй попал в шорт-лист, давайте вместе пообедаем. Я угощаю. Он воспользовался твоей карточкой? Ты совсем в нем не сомневался? Он обманывал тебя 3 года? Технически это не обман. Я никогда не спрашивал, а он не говорил. Госпожа Дзян, что вас привело? Хочу посмотреть, как все идет. Не волнуйтесь, все в порядке, госпожа Дзян. Проблем не будет. Отлично. Осторожнее с дороги. Все в порядке? Что ты делаешь? Ты слишком небрежен. Госпожа Дзян, вы в порядке? Да. Возвращайтесь к работе. Уберите это быстрее. Ты ранен. Не волнуйтесь, это ерунда. Так беспечно. Я обработаю. Я сам. Ерунда. Больно? И в чем дело? Почему ты здесь? Я должен был прийти. Иначе, как бы узнал, что у Лу такая опасная работа? Дай посмотреть. Хватит. Просто ушиб. У тебя кровь идет. Это производственная травма. Хорошо. Как скажешь. Госпожа Дзян, он шутит. Я знаю. Он всегда такой. Подожди. Вы плохо говорите обо мне за спиной? Думаешь, нам нужно быть за твоей спиной? Молодец, Лумин. Ты работаешь всего 2 дня, но теперь у вас 2 клуб против меня. Успокойся уже. Так что ты здесь делаешь? Меня старик присылал, чтобы проверить макет сайта. Ладно, давай посмотрим. Мне пора, увидимся. Я же пригласил пообедать. Вам не кажется, что Дэн Юй в последнее время странный? Ага, баскетбольная игра, билет в кино. Зал игровых автоматов, он был очень странным. Он что-то скрывает от нас? Да нет, он с нами круглосуточно. Как он может что-то скрывать? Но в игровом центре я правда видела парня, который был очень похож на Дэн Юя. Тебе померещилось. Да нет. Тогда почему он такой странный в последнее время? А может, у Юи есть брат-близнец? Я знаю. У него психическое расстройство. Прям как в Дораме. Подождите, не уходите. Подождите. Подождите меня. Я искал тебя. Ученики должны быть на занятиях. Зачем вы пошли туда? Очень смешно слышать, что ты говоришь. Почему взрослый пошел в игровые автоматы? Еще и босса привел. Вы должны заниматься своими делами. Ты раздражен? Кто тебя разозлил? А ты не знаешь? Позволь спросить. Рисунок в моем блокноте, это ты дорисовал? Ну да. Зачем ты это сделал? Мне было скучно. Не говори мне, что позвал из-за этой ерунды. Ерунды? Ты знаешь, что его отправили на конкурс? Но он не мог попасть в шорт-лист. Не мог? Он получил первый приз. Первый приз? Ты из школы искусств университета Дзяхай. Тебе легко победить. Ты в курсе, что участники рисуют на месте в финальном раунде?
Все в школе ждут, что я получу награду. Что мне делать? Сказать, что я обманул и взять приз за вранье? Я скорее умру. У тебя есть другие рисунки? Дай посмотреть. На, посмотри. Я возьму их с собой. Собираешься доработать их? Ты думаешь, я прошу тебя жульничать? Я так не говорил. Хорошо, на этот раз это моя вина. Что ты хочешь? Я сделаю все. Оставь это. Я просто хотел знать правду. Завтра снимусь с соревнований. Дэн Юй. Я дома. С возвращением. Ничего себе, какая радостная девушка. Что с твоей рукой? Да так, поранился на работе. Обработал рану? Ага, не волнуйся. О, я встретил Цзэ Сюаня на работе. Цзэ Сюань? Зачем он приходил? Ну, потому что программу инвестирует наша компания и Хунши. У тебя синяки под глазами. Не слишком ли перенапрягаешься? Да. Церемония открытия вот-вот начнется, поэтому много работы. Кроме того, это моя первая программа в компании. Я хочу сделать все идеально. Ведь Цзэ Сюань предложил меня. Я не хочу, чтобы возникли какие-либо проблемы. Ты так много работаешь, дорогой. С твоими усилиями открытие должно пройти просто идеально. Но ты не должен себя травмировать, понял? Да, моя императрица. Ты такой крутой. Спасибо, что защитил меня сегодня. Такой бардак. Что это? Синдром неглекта? Войдите. Доброе утро. Директор, я хочу кое-что сказать. Что? Я хочу снять себя с конкурса. Хочешь все бросить? Но почему? Я плохо себя чувствую. Даже если приму участие, то не получу приз, поэтому... Но твой учитель рисования сказал мне, что в этот раз ты был хорош. Ты отлично рисуешь и сможешь получить приз для нашей школы. Это даст тебе дополнительные баллы на экзамене по искусству. Прекрасная возможность. Директор. Алло?
Кто это? Мама Дэн Юя? Директор Цай. Извините, директор Цай. Я хочу попросить отгул для сына. Мне нужно отвезти его в больницу. В больницу? Что с ним? Посмотрите на это. Вот. Слышишь, о чем они говорят? Что это насчет того, чтобы пройти обследование в больнице? В больнице? Экзамен? Продолжай. Я посоветовалась со своим знакомым врачом, он сказал мне, что это заболевание влияет на его зрительные способности. Если все станет серьезнее, то он больше никогда не сможет рисовать. Директор Цай, экзамен вот-вот начнется. Если с моим сыном правда что-то не так, я как его мама должна срочно что-то предпринять. Вы правы. Хорошо. Госпожа Дэн, не волнуйтесь. Присядьте. Я заметил, что Дэн Юй был каким-то вялым в последнее время. Я просил его отца прийти обсудить проблему. Вы говорили с его отцом? Мой папа был здесь пару дней назад. Может, он забыл сказать. Неважно, с кем я разговаривал. Дело в том, что Дэн Юй попал в шорт-лист в художественном конкурсе, значит, он понравился. Художественный конкурс? Да, мама. Как можно было выбрать мою картину, если с ней что-то не так? Так, учитель? Когда это произошло? Я вообще ничего об этом не знаю. Пару дней назад? Как ты мог скрыть это от родителей? Мам... Уже месяц, как я прошел это обследование. Я не сказал тебе, чтобы ты не волновалась. Мне теперь лучше. Ты не можешь просить меня исключить из-за этого. Точно, госпожа Дэн. Его учитель рисования не раз говорил, что он талантливый ученик. Самый талантливый в классе. Что касается экзамена по искусству, я очень надеюсь, что он справится. Конечно, если у него действительно есть трудности с восприятием, нам нужен другой план. В конце концов, выбор экзамена должен определяться родителями. Директор. Хорошо, директор Цай. Я хочу отвезти его в больницу. Если у него все хорошо, мы не будем беспокоиться. Мы с твоим отцом не хотим, чтобы ты отказался от экзамена по искусству. Но как родители, мы не можем играть с его будущим. Да, верно. Дэн Юй, отправляйся в больницу с мамой. Директор, ну у меня важный урок во второй половине дня. Вы сказали, что будет что-то важное. Ах да, этот урок очень важен. Ладно, я попрошу Джан Ханьи записать все. Отлично, спасибо, директор Цай. Пойдем. Директор Цай, я здоров, мне не надо в больницу. Ты не можешь оценить свое здоровье, это может только врач. Мы пойдем. До свидания, директор Цай. Идем. Они выходят. Быстрее. Пойдем. Мама. Это просто обследование. Оно не займет слишком много времени. И тетя? Урок вот-вот начнется. Куда вы? Тетя, если Юй наделал ошибок, скажите, мы ему покажем. Вы такие хорошие. Дэн Юй ничего не сделал. Он просто плохо себя чувствует. Я отвезу его в больницу на обследование. Ваш учитель сказал, что урок во второй половине дня очень важен. Пожалуйста, запишите для него все. Большое спасибо. Идем, Дэн Юй. Вам нужно идти в класс, не опаздывайте. Хорошо, тетя. А, нет. Сестренка, данные неплохие. Она правда нечто. Богатый бойфренд потратил деньги, чтобы она справилась.
Звучит нереально. Возможно. Я постоянно учила ее этому. Она даже не знала, как настроить формат. Всего за 2 месяца она смогла превзойти опытных писателей. Почему ты так зла? Это твоя колонка. Если все выглядит хорошо, тебя тоже похвалят. И это доказывает, насколько ты хороша. Кто меня похвалит? Когда продажи низкие, меня ругают. Когда количество кликов увеличивается, хвалят писателя. Никто не будет думать обо мне. У меня нет ее возможностей. Вести собственную колонку как новичок, будь я как она, мне не пришлось бы страдать. Тонг, я закончила исправлять все отмеченное. У вас есть еще замечания? Где он? Черновик. Я отправила вам электронное издание вчера. Вы просили меня исправить сегодня. Чтобы сделать заметки, мне нужна печатная копия. Хорошо, сейчас распечатаю. Городская больница, спаси меня, срочно! Чен, сделай одолжение. Мне нужно уйти, прикрой. Хорошо. Спасибо. Давай уже быстрее. Мама, у меня живот болит. Ты ходил в туалет 5 раз. Послушай, ты должен пройти этот осмотр сегодня. Мама, я серьезно. Правда болит? Нет. Сначала пройти осмотр. Номер 26. Номер 26. Дэн Юй здесь? Твоя очередь. Иди же. Тут. Мам, мне нужно в туалет, я скоро вернусь. Быстрее. Дэн Юй. Братан, слава богу. С тобой мама? Я не мог подойти. Что так срочно? Моя мама нашла историю болезни, заставляет пройти обследование. Ты не должен скрывать это от нее. Я говорил тебе быть честным. Мы можем поговорить об этом позже? Если мама узнает, что я болен, она больше не позволит мне сдавать экзамен по искусству. И как мне тебе помочь? Как обычно. Ты наденешь мою одежду и пройдешь осмотр за меня. Дэн Юй, я не могу тебе помочь. Брат, это излучение не причинит тебе вреда. Просто помоги. Не в излучении дело. Я не могу пройти обследование за тебя. Ты все еще злишься за то, что произошло у моря? Ну, прости меня, хорошо? Да, я сказал, что сам разберусь со своими проблемами, но это важно. Если ты мне не поможешь, я потеряю шанс сдать экзамен по искусству. Я умоляю тебя, помоги с осмотром. Да не могу я помочь. Я не могу это сделать. Что? Почему? Дэн Юй. У меня тоже синдром неглекта. Вот. Хорошо. Пусть так. Откорректируй все сама. Пришлешь после того, как исправишь. Проверить самой? Что? Ты знаешь, со сколькими писателями мне нужно работать, я занята. Но ты нет. Внимательно провери, сможешь обнаружить еще ошибки. Хорошо. Тонг, в следующий раз, если что-то нужно изменить, можешь сказать сразу? Тогда смогу исправить быстрее. Обвиняешь меня, что я не проверяю все за тебя? Да, твой рейтинг кликов сейчас высок, ты теперь известная писательница. Я больше не могу просить тебя ни о чем. Клади сюда, я сама проверю. Тонг, я не это имела в виду. Я все сама сделаю. Ты расстроила ее. Что если она расскажет главному редактору Чену?
Теперь она полностью в моем подчинении. Она никогда не сделает этого. Похоже, восстановление идет хорошо. А? Это значит, тебе становится лучше. Сгусток крови в голове становится меньше, значит, он скоро исчезнет. То есть, я скоро поправлюсь? Значит, ты знал, выздоровел или нет. И еще посмел обманывать меня. Мама, ты попросила меня пройти обследование, и я это сделал. Мне сейчас лучше. Думаю, ты скучаешь по моим тумакам. Поговорим дома. Значит, мой сын может сдавать экзамен? Дело вот в чем. По мере того, как сгусток будет уменьшаться, симптомы тоже будут исчезать. Однако выздоровление от этого заболевания нейропатическое, то есть не может быть окончательным. Ты пробовал в последнее время рисовать? Картина закончена? Я попал в шорт-лист художественного конкурса. Если твою работу смогли признать, то это положительный знак. Что ж, пройдем тест. Запомни этот дом. Готов? А. Не хватает двух линий. Я не понимаю, доктор. Так мой сын выздоровел или еще нет? Не волнуйтесь. Это в пределах погрешности. Ваш сын действительно выздоравливает. Я предлагаю ему продолжать делать лечебные упражнения. Что касательно экзамена по искусству, вам лучше подумать об этом. Я очень беспокоюсь о Дэн Юи. Как думаете, что у него за заболевание? Ну, не психическая диссоциация. Пойдем, узнаем. Мам, доктор сказал, что я выздоровел. Он попросил продолжать тренироваться. Он сказал, что ты еще болен. Как ты тогда сможешь участвовать в Гаокао? Ты знаешь, что значит Гаокао? Бесчисленное количество студентов борются за одно место. Если что-то пойдет не так, кто будет отвечать за твое будущее? Кстати, и ты, и твой отец солгали мне. Мы поговорим об этом позже. Подожди, мама. Папа не врал тебе, он приходил в школу. Хватит, мне уже пора. Иди домой. Мама! Алло? Папа, неважно, где ты, возвращайся домой немедленно. Это срочно. Увидимся. Что делать, если Юи нет? Напугали меня. Хао, Дабай, что вы здесь делаете? Здравствуйте, дядя. Здравствуйте. Здравствуйте, дядя. Я Сюй Сяо Сяо. Привет. Дядя, вы сильно набрали вес. Да? Я всегда такой. Нет, дядя. Вы не были таким, когда мы видели вас в школе. Вы были таким... Когда это я был в школе? Пару дней назад, это директор Цаю. Дядя, он ошибается. Мы просто хотим знать, что сказали Юю в больнице. Что, он в больнице? На самом деле... Я тоже ошибся. Это я иду в больницу, а не Юй. Дядя, нам пора, увидимся. Папа! Папа! Почему ты был в больнице? Я в порядке. Пошли домой. Я же говорил, это важно. Я должен сообщить тебе кое-что срочное. Почему ты такой странный? Мне нужно тебе кое-что сказать. Пусти своих друзей. Хорошо. Простите, друзья. Я встречусь с вами завтра. Я
Я думаю, что он в порядке. Больной не может быть таким энергичным. Что происходит? Действительно, что? Что происходит? Yeah.